Грузовик «Мерседес», перевозивший отходы, опрокинулся в кювет на трассе М7. ДТП произошло в Зеленодольском районе, недалеко от поселка Новониколаевский. Увидев лежащий на боку большой груз, другие водители стали останавливаться, чтобы оказать помощь пострадавшему. О причинах и последствиях — репортаж Айгуль Батрудиновой. Не пострадали, нормально все. Водитель опрокинутого грузовика избежал серьезных травм. Тем не менее, мужчина находился в эмоциональном шоке, и ему было сложно рассказать о произошедшем. За него это сделали очевидцы. Говорят, водитель грузовика попытался объехать две столкнувшиеся легковушки. По тормозам начали, и она машину тащить. Он передо мной ехал. Вот, его... Он начал их догонять, уже складывать начало, и его потащило. Причина, говорят, проста – обледенелое дорожное покрытие. Скорость потока на трассе была небольшой – километров 75 в час. Но остановить многотонную машину оказалось задачей непростой. Что самое интересное, и сразу посыпалка приехала. Через вот минут, наверное, 10-15, ну, где-то так приблизительно, и приехала. Вот, а гаечки, походу, до сих пор не приехали. Предварительно сумму ущерба водитель грузовика оценил около 200 тысяч рублей. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.